месяц август. Именно в мою пору у дедушки сказки да праздник такой замечательный проходит. Спас всему час зовется. И три спаса в этот день празднуется. Яблочный, медовый, да хлебный. И вот гости приходят по рядам, смотрят разные яства. Пироги самодельно, яблоки да медок разливной. Читала об этом и слышала от коллег, что сегодня будет праздник на Лучине. Поэтому и приехала.